На территории Подмосковья в период с 2021 по 2023 год планируется провести очистку 100 водных объектов. По итогам голосования на портале «Добродел» в 2020 году наибольшее количество голосов в Одинцовском округе, 97% от общего количества, было отдано за очистку Глазынинского пруда в деревне Губкино. Комплекс мероприятий уже включен в государственную программу на этот год. Финансирование осуществляется из федерального и областного бюджетов.